На конкурс дети читают и пишут стихи. Спецноминация «Я пишу стихи». Афанасьевская Юлия, 11 лет. Стих о Великой Отечественной войне. То, как я это чувствую. Встреча. Мать-старушка в траурном платке смотрит сквозь года куда-то вдаль. Сын и муж погибли на войне, и в ее глазах теперь печаль. Пироги по выходным печет, словно ждет кого-то из гостей. А потом соседям раздает, поминая тех, кто дорог ей. Но однажды утром на порог он пришел, ее родной сынок. Пережил войну, немецкий плен, ранен был и рано посидел. Тот, кого она всегда ждала и молилась тихо по ночам. Тот, с кем разлучила их война, перед ней живехонький стоял. Нету слов, чтоб чувства передать. Слезы покатились по щекам. Обнимает и целует сына мать, смотрит и не верится глазам. А живет теперь их старый дом, снова радость будет в нем и смех. На душе ее опять весна, и она теперь счастливее всех.